В 2021 году православные христиане будут отмечать Пасху 2 мая. Вся неделя, предшествующая этому событию, с 26 апреля по 1 мая, называется «Страстной», поскольку верующие вспоминают о страданиях, о страстях Христа. Кульминация наступает в Страстную Пятницу, 30 апреля, и многие верующие в связи с этим задаются вопросами, что это такое и что можно делать в этот день, а чего нельзя. Страстная или Великая Пятница — это день, когда над Христом состоялся суд, после чего Спаситель был распят и умер на кресте. Считается, что в этот же день тело Иисуса сняли с креста и совершили погребение. Эта история подробно описана во всех четырех Евангелиях от Матфея, от Марка, от Луки и от Иоанна. Смерть Христа была весьма трагическим событием. В Библии сообщается, что как только Он умер, камни рядом с Христом раскололись, а днем стало темно, как ночью. Толпа людей содрогнулась, и многие из них искренне поверили, что Иисус действительно был Сыном Бога, а не обычным мошенником, как считали Его обвинители. Однако трагичность этой истории состоит не только в этих потрясениях, сколько в том, что по сути очень многие люди предали спасителя. Действительно, еще не прошло недели, как толпа восторженно приветствовала его въезд в Иерусалим на осле. В честь этого отмечается вербное воскресенье. А в пятницу во время суда у Понтия Пилата очень многие из них в приступе злобы кричали: «Распни его!» И что же происходит далее? Иисус прощает всем грешникам их явное предательство. Одними из Его последних слов, произнесенных на кресте, были «Прости им, ибо они ведают, что творят». Вот почему в Страстную Пятницу верующие с особым почтением вспоминают подвиг Христа. В этот день по всему миру проходят богослужения, а православным даже запрещено вкушать какую бы то ни было еду. Люди хотят показать свое почтение и благодарность жертве Христа. И к тому же они стремятся как бы соприкоснуться с его страданиями, усмиряя естественные потребности тела. В такой день, в Страстную Пятницу, утреннее богослужение не проводится. А вот днем на службе, примерно в 15 часов, когда по библейскому описанию Спаситель испустил дух, то есть умер на кресте, совершается обряд выноса плащаницы – Плащаница – это довольно необычная икона. Все мы привыкли к тому, что обычно образ нарисован на твердой поверхности. Однако в случае с плащаницей изображение наносится на плотную ткань. На ней изображен Христос, положенный в гроб. Выносят икону несколько священнослужителей, облаченные в одежду темных оттенков в знак траура. В храмах обычно создают затемнение, свет идет только от мерцающих свечей. В такой обстановке действительно создается особое настроение, в котором сливается много контрастных эмоций. Скорбь по усопшему, обида и досада за предательство людей, совершивших тяжкий грех. А еще, возможно, человек может испытать ощущение приближающегося праздника, который знаменует торжество жизни над смертью. Ведь пройдет еще два дня, и мы скажем «Христос воскрес, воистину воскрес». Часто верующие задают вопросы о том, что можно и что нельзя делать в страстную пятницу перед Пасхой. Действительно, это особый день в году, и многим будет полезно узнать, как подобает вести себя в связи со случившимися 2000 лет назад событиями. Самое главное, что нужно сделать на страстную пятницу, это даже не посещение храма, на которое у многих занятых людей действительно может не остаться времени. Тем более служба с выносом плащаницы проводится днем, когда многие еще находятся на работе. Однако отдать дань уважения Господу может каждый. В такой день стоит уделить внимание размышлениям о подвиге Христа и прочесть соответствующую библейскую историю. Не будет лишним и подать милостыню в этот день, сотворить любое доброе дело, которое действительно принесет кому-то радость. Можно навестить родного человека, с которым вы давно не общались, примириться и простить обиды, которые уже давно накопились и дают знать о себе. Словом, для современных людей есть определенная свобода выбора, которая не отрицается представителями церкви. Главное – это благие устремления, искреннее желание отдать Господу дань уважения. В Страстную Пятницу по церковному уставу самый тяжелый пост за весь год – Некоторые верующие полностью отказываются от пищи, другие проводят этот скорбный день на хлебе и воде. Работать в Великую Пятницу нельзя. Верующие полностью должны посвятить себя молитве и духовному самосовершенствованию. Во многих странах страстная пятница объявлена официально выходным, в том числе и в Грузии. В Страстную пятницу нельзя шить, прясть, рубить, пилить или что-то резать. Нельзя также выполнять сельскохозяйственные работы, тем более вбивать железные предметы в землю. Поэтому все дела нужно переделать в чистый четверг, а в Великую пятницу пойти в церковь на службу и помолиться. Двенадцать свечей, с которыми отстояли службу, прихожане уносят с собой и зажигают в доме, стараясь охватить все уголки. По народным традициям считается, что это очищает атмосферу в доме и привлекает благополучие. В Страстную пятницу ничто не должно отвлекать от молитвы и духовного самосовершенствования, поэтому в этот день отказываются от стрижки, окраски волос и вообще любых косметических процедур и даже не умываются. Нельзя праздновать в Страстную Пятницу ни рождения, свадьбы или другие мероприятия, потому что веселиться и гулять в день вселенской скорби запрещено. По народным традициям считается, что тот, кто будет смеяться в Страстную Пятницу, проплачет весь год. Яйца по древней традиции красили в один из дней Страстной Седмицы. Этим ритуалом рекомендовано заниматься в Великий Четверг, когда люди делают генеральную уборку и готовятся к светлому воскресению Христову. Но в некоторых странах, в том числе и в Грузии, яйца, символизирующие кровь, пролитую Спасителем, по традиции красят Великую Пятницу до захода солнца. Со Страстной Пятницей связано очень много примет и традиций. Так, например, считается, что хлеб, испеченный в этот день, исцеляет от всех болезней и никогда не заплесневеет. По преданию, такой хлеб защищал жилище от пожаров, а моряков от кораблекрушений. Добрая примета, если хлеб получался красивым и с румяной курочкой. На грядущие неприятности указывал подгоревший или плохо пропеченный хлеб. В страстную пятницу нельзя радоваться и смеяться. По приметам, беда настигнет того, кто в Великую Пятницу проткнет землю железом, а растения, посаженные в этот день, по суевериям погибнут. И только петрушка, посеянная в Красную Пятницу, дает двойной урожай. Также в народе считается, что одежда, постиранная и вывешенная для просушки в страстную пятницу, никогда не станет чистой. Кольца, освященная Великую пятницу по суевериям, защищают от всех болезней. Также в народе считается, что если отлучить ребенка от груди в страстную пятницу, он будет сильным и здоровым. Много суеверий и примет связано с погодой. Так, например, хлеб будет с бурьяном, если на Страстную Пятницу пасмурно, а звездное небо – это примета, предвещающая, что пшеница будет зернистой. В Великую Пятницу следует воздержаться от употребления алкоголя и плотских утех. По приметам, люди, которые напиваются в этот день, рискуют стать алкоголиками, а дети, зачатые в Красную Пятницу, будут больше болеть. Знахари издревле использовали магию и силу Страстной Пятницы. Лечили в этот день болезни, ставили обереги и заговаривали от болезней. Был и такой обычай, который каждый из нас может добавить в свою копилку добрых дел. Богатые люди непременно угощали своих близких, знакомых и даже обычных прохожих с добой, молоком, творогом или яйцами. Творить благостыню в такой день считалось почетным и праведным делом. И сегодня каждый из нас вполне может поделиться частью своих средств, пожертвовав их на благое дело. А какое именно, каждый решает сам. Еще один интересный обычай. Верующие стремились принести из церкви 12 горящих свечей, с которыми они стояли на службе. Эти свечи несли зажженными и ставили в любой части дома. Им надо было догореть до конца. Считалось, что в течение всего года, в течение 12 месяцев в доме будет мир и достаток. Таким образом, страстная пятница ⁇ это трагический день перед Великой субботой, посвященный воспоминаниям о земной смерти Христа. Однако праздник будет совсем скоро, ведь Господь непременно воскреснет. И когда придет Пасха, каждый может искренне порадоваться и насладиться этим торжественным моментом, занимающим центральное место во всей христианской религии.